Привет, это Андрей Гавриков и второе мое видео и завершающее из нашей осенней поездки 2020 года в Турцию, в Анталию. В этом видео я покажу нашу поездку в Аланию, поднимемся наверх на саму гору, посмотрим на город с высоты птичьего полета, погуляем по улочкам, поплаваем на корабле, посмотрим замечательные морские виды заката. А в другой части видео мы с вами побываем в совершенно замечательном фантастическом месте, которое называется Кюпрелю каньон. С трудом я выговариваю это название турецкое. Очень непривычно для русского языка. Но вот самое клевое в этой поездке было, на удивление, это не только вот эти замечательные виды, вот эта красота, а это та возможность, которая нам предоставилась погрузиться в обычную такую деревенскую жизнь местных жителей. Спускаясь уже с этого каньона, мы увидели, что там готовят гюзельме, такие лепешки из теста, айран наливают, все дела. И оказалось, что это прям такое придорожное кафе деревенских жителей, местных семей. Они нас провели по всему своему участку, показали всех своих животных, покормили с ними вместе коз, коров, погладили кошек и, конечно же, просто очень и очень вкусно отобедали. И потом посетили еще древний город Аспендос. В общем, классное-классное место. Турция вообще страна для туристов, на мой взгляд, просто идеально предназначена. И культура, и кухня, и природа, и вообще все есть. Но главный момент, не надо ездить в туристические места, где вот эти вот отели, и, по крайней мере, все время там проводить. Ну, на мой взгляд, да. То есть я не сторонник вот этого отдыха в формате кабачков на грядке. А так вообще, как бы, берешь автомобиль, катаешься, и Турция просто предстает совершенно в другом свете. Ладно, слишком длинное какое-то вступление, давайте вместе посмотрим. Погнали! Страшно назад, когда смотришь, страшно. Нам тепло, ветра нет у них. Зачем как? Ну, а мало ли ты здесь живешь. Вот зеленый, который на картинке. Давай будем называть его. Давай потрогаем, вот так он сразу наше тепло. Здесь станет еще одно. Ну, когда камрата. Здесь так вообще-то. Все цивильненькое, песочек. Заметь, тут пляж песчаный. Вот сюда надо брать. Прямо сейчас продолжается конфликт на Горном Карабахе, как его называют азербайджанцы, и Арцах, как его называют армяне. Ну, Турция, конечно, поддержит Азербайджан, и это видно прямо здесь по флагам, которые висят сверху горы, самому это все дело видели, а теперь спустились вниз это рассмотреть. Подножие крепости. Вот это правильный октябрь. Совсем правильной. Тот самый случай, когда решил на какое-то время не крутить руль и не дергать коробочку передач, нажимая педаль. Раньше в этой бухте тусовались пираты. И вот, судя по всему, в этой тематике решили оформить свои корабли они. Сейчас,
Ребят, тут горные козлы бегают. Горные козлы! А вон наверху смотровая площадка, с которой мы сегодня смотрели на этот прекрасный кусок моря с камнями. И вон, видите, сверху повешенный член команды, который себя плохо вел, судя по всему. Эй, где парабе? Беш! Дэй! Ики! Бири! Аллах! Бисмилля! Хоп! If you want to see Piranha look on the right side of our boat, find us in our passage of the Piranha for the future in this Piranha video. So, thank you for the Piranha passage for the Piranha passage for the Piranha passage for the Piranha passage for the Piranha. Каньон Кюприлю, как-то так называется. Особый кайф здесь, как проезжает машина. Я вот на простом седане достаточно непросто здесь протискивался. Тетеньки решили кому-то что-то доказать. Здравствуйте. Это чтобы вы понимали, какая ширина здесь. И очень неудобненько. Она выходит, что ли, или что? Потому на пути. Здорово, классно, мама. Держи, держи, вкусно. Давай, давай, держи, давай. Нет, держи, давай, не отпускай. Нет, давай, не отпускай. Она тебе прям сыпа. Сестра, слопала, слопала. Держи. Все, расслабляемся. Ой, какие хорошие. Божено. Мама смотрит, говорит, а мне? А мне не дают. Вкусненькую. Смотри, как он уплетает. Да. Бажен, иди, иди дай. Дядя сюда сейчас. Да, иди, мам.
Пойдем маму кормить. Бери, будешь маму так сверху кормить. Осторожно, палки. О, красота какая. Давай, давай. Держи, держи, хватай палку, солнце. Держи, 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 держи. Как она? Что творит? Это мама, самая старая коза. Это же коза, да? Да. Классно вообще. Попробовали только что инжир. Вот это плоды кактуса, но еще не зрелые. Вот там и зрелые, но не хочу ковыряться, колоться. Здесь вот растет такой уже пересохший гранат. Остановились, в общем, в деревне поесть лепешек и айрана попить. Тут нам праздник устроили. А это делают гёзельме. Лепешки. Вкуснейшая штука. Сейчас процессом зафиксируем. Когда в Турции был в первый раз, влюбился в них. Так вот раскатывают тесто. Начинки разные бывают. Мы взяли сыр, зелень и картошечку. Так, а это вот готовится, смотрите. Оп! На другую сторону перевернули. Сыр. Или картошка, кстати, тёрта, по-моему, скорее всего. Сыр другой домашний, он белый. Масло. Оп. Такой, видите, как чебуречек сделали. И сюда. Ну вот вам настоящий турецкий самовар. Натурпродукт. Никакого электричества. Ну, конечно же, нельзя тут без котов обойтись. Кот терпит. Хороший. Устройство печи. Труба. Ребята, это вот то, из-за чего мы остановились первоначально. Это называется гёзельме. То, что вот, собственно говоря, нам и готовили, вы видели. Вот на это у нас сил уже не хватило. Великолепная природа. Красивейшая река, прозрачные горы. Остановились сделать видео вот с горой, с рекой, которая была в предыдущем виде, да, у вас. А оказалось, что тут в деревьях спрятаны еще какие-то руины древней крепости. Очередная дорога, на одну машину рассчитанная. Очередной мост. Амфитеатр древнего города Спендуса. Шикарно сохранился. Ну, понятно, что его отреставрировали здесь. Прямо сейчас видны эти белые плиты такие. Это современный мрамор уже впилили сюда. Вот, а почему впилили? Потому что здесь обычно, когда нет пандемии, различные концерты проводят певцы и так далее. Музыкальные коллективы различные. Thank you.
Сейчас снимаю мост, на самом деле, я, конечно, уже его снял. Справа тут от нас припаркована машина. Сидит парень с девушкой, у них здесь вот пикник. Ну вот, и в пикник, как видите, местный самовар, чай, орешки, там всякая разная такая история. Огонек пахнет вкусно дымом. Ребята сидят, что-то смеются, обсуждают. В общем, вот такая вот романтика по-турецки. Вот такие вот, ребят, пальмы очень удивительные. Здесь впервые нашел такие, увидел, мохнатые. Да, ребят, ну и традиционно, пишите ваши комментарии, что понравилось, что не понравилось, бывали ли там, хотите ли там побывать. Увидимся с вами в следующих видео. Всем спасибо, пока-пока, на связи.